В Ахтубинской центральной библиотеке развернулось настоящее праздничное гуляние, на котором гостями стали участники детско-юношеской студии фольклора «Утица», где ребята изучают народные традиции и праздники, фольклорные песни, подтешки, сказки, учатся играть на ложках, трещотках и дудочках и, конечно же, исполнять народные песни. В теплой дружеской обстановке участники ансамбля отметили свой 3-летний юбилей. Они подготовили не только концертную программу с русскими народными песнями, но и веселые конкурсы и различные забавы. А также поделились эмоциями и впечатлениями о творческой жизни коллектива. Ну, у нас очень там интересные занятия. Вот. Нас никто не заставляет, мы сами по желанию, все. Мне очень нравится ходить на утицу, но больше всего мне нравится, потому что там очень весело, и все танцуют, и там просто по желанию. Как хочешь петь, просто самое главное стараться и верить в себя. Ну, мы просто любим танцевать, мы хотим, чтобы всем понравилось, и чтобы всех нас узнали. Концерты даются не только же для нас самих, не только для нашего развития, но и при этом, чтобы дарить людям улыбки, чтобы дарить им хорошее настроение, чтобы люди уходили с концертов счастливыми. Народные традиции до сих пор существуют в этом мире, их нужно поддерживать, и то, что все это не просто так, ну и как уже сказала Маша, чтобы дарить людям улыбки. В нашей утице каждый находит себя, и деткам очень комфортно, поэтому к нам вливаются в коллектив ребята, которые сразу же становятся нам родными, близкими. После выступлений забав всех ждал круглый стол с различными угощениями, за которым продолжился разговор о семейных традициях праздников на Руси. Воспитывать и поддерживать любовь к народным традициям и русской культуре – вот основная цель, ради которой сегодня трудится этот колоритный, многогранный и дружный коллектив. Хотел бы поблагодарить родителей за такое отношение к нашей культуре. Просто я давно на гармонии играю, с самого детства, и вот такого отношения редко увидишь, когда маленькие дети, они к нам приходят, и они уже готовые почти артисты, а это, скорее всего, идет из семьи. Вот если бы у нас все такие семьи были, я думаю, народ был бы посплоченнее и подружнее. Анна Фадина, Владислав Плехварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.